девочки, новая сбитая собака на дороге. Парень ехал на работу и увидел собаку на обочине. У него у самого две дворняшки дома, его зовут Владислав. Он остановился и подобрал, позвонил этой самой зоозащитнице в Ельце. Та сказала, что не может. Он нашел собаку между Ельцом и Липецком. И, разумеется, позвонили мне. Но дурнее жевали никого нет. Ну, расстреляйте меня потом, ладно? А сейчас давайте спасем малышку. Но пока неизвестно, что у нее со спиной. Лапы сломаны однозначно, но снимок спины будет делать Барков, когда в 2 часа придет на работу. Я с ним уже созвонилась, он сказал, что он осмотрит собаку и позвонит мне. Я попросила отвезти ее в ветеринарный лазарет. Сейчас Барков приедет, я уже ему дозвонилась. Он ее осмотрит. Потом пошлю Эдика, он ее заберет. Девчонки, давайте не будем загадывать, просто будем надеяться и верить в хорошее, что это просто лапки. Это наша новая лохматая душа. Нет, девочки, у нее нет шансов. Совсем. Барков очень серьезный хирург. Он противник усыпления собак. Поэтому он всех обычно старается мне пристроить. Всех, кого к ним приносят, поломанных, переломанных, у которых вообще там шансов почти не остается. Но если есть хоть малейший шанс, он мне звонит и просит: «Валентина Анатольевна, возьмите, пожалуйста, усыпить не могу, у него есть шанс». Иногда я прошу: «Сережа, усыпи, пожалуйста, вот эту собаку, ей плохо совсем». Он говорит: «Нет, давайте попробуем, будем вот это делать». Я его слушаю, и мы спасаем собаку. Даже тогда, когда мне кажется, что уже вообще все, шансов нет, он их вытаскивает. Поэтому, девочки, он осмотрел сейчас собаку, он ее хорошо осмотрел, шансов нет. Сломан полностью позвоночник. И пуля. Пуля в районе желудка. То есть девчонку расстреляли, наверное, бросилась убегать и попала под машину. Здесь вообще шансов нету. В таких случаях шансов нету, поверь, моя хорошая. Я все-таки 17 лет в этом кружусь, и у меня такой поток идет этой боли, что, поверь, я даже на собаку просто гляну, я уже вижу, когда можно помочь, когда нет. Я очень редко ошибаюсь, может быть, 1 раз из 100. У малышки позвоночник полностью оторван. Шансов нет. Валюш, ну прям сплошные слезы. Что ж такое-то? И что еще, там и пуля была, что ли? Я так поняла. Погибла девочка, которую на дороге нашли сегодня. Сбитая девочка. Кроме того, что она с оторванным позвоночником, у нее еще и пуля в желудке. Не повезло ребенку. Но, по крайней мере, ушла тихо и спокойно. У малышки не было шансов, ребят. Извините. Малышка на радуге. Помяните ее душу, пожалуйста. Я провожу ее, как Лори. Здесь, девочки, называется «От смерти не убежишь». А на сердце хреново так. Сегодня такой дождь нехороший, небо плачет. Девчонки, сцепили зубы и помните о том, что у нас за спиной еще 1000 таких хорошеньких. И они тоже могут погибнуть.
Помните об этом, девочки. Что ты? Ты уже на голову лезешь. Люка под люка. Ну и кто скажет, что... Ну что, если ты лапаешь меня, так что ты творишь, коза? Виднючий ребенок. Мамина девочка. Люка, 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 Люка. Никак не запрыгнуть. Не запрыгнуть, девочки. Ой, господи. Что ты делаешь? Что стая? Что стая? Ой, заговорила мама с вами. Мама с вами поговорить решила, да? И все, и пипец. Да вы мои козлята. Да вы мои смешные дети. Да-да-да-да-да. А вы не хотите подойти к нам? А, солнышки? Мамины. Мамины-мамины. Ай, ты какой. Ну все, 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 все. И зачем я заговорила с вами, а, Зая? И зачем я с вами заговорила? Что ты, мой красавчик? Мамины, мамины дети, куда бы вас подеть? Ай, ты мое солнышко, ты мой танцор такой красивый, да моя ты солнышко. Да мои вы золотые деточки, мамины, мамины, мамины. Такие красивые мамины зяки такие, ой, такие мамины деточки. Ой, козлята. Мамины солнышки, красавчики мамины все. Я вас люблю, мои золотые. Да, 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 да. Я вас всех, всех, всех люблю. Не надо маму жевать. Ну ладно, все мои хорошики. Все мои красивые деточки. Мои маленькие. Пластик. Пусть, пусть, пусть. Что ты тут? Это грифончик. Самый крошечный из тех 11, что мама выкармливала. Это грифончик. Он самый манюсенький. Все выросли, ему молока теперь не хватает. И он самый-самый худой и самый страшный. Приходится его все время кормить несколько раз в день. Самый красивый. Подкармливаем, да, самый красивый. Подкармливаем его козьим молоком. Вот сейчас надо долиться в бутылочку и будет до утра спать. Подкармливаем уже несколько дней, и он стал поправляться. Фух. Так что, ребята, у нас дело не в проворот. Приезжайте в гости помогать, а? Ты моя золотой, ты мой красавчик. Покажи морду нам. Покажи мордашку эту. Яка такая. Такая морда смешная, да. Головастик. Такой головастик. Еще хочет, еще хочет. Да, да, пусть ищет еще. Давай, еще. Давай. Пацан у нас. Давай. Ой, Тима, руку-то ты можешь обратно немножко показать? Ой, такой, такой головастик. Все. Не наелись. Вон, видите, бутылку допиваем, но еще чмокаем вовсю. Как... Ребята, имя грифончик так и оставим, а? Смотри, ты какая-то девочка дружелюбная, да? Ты что здесь делаешь? Ой, смотри, у нас новая морковка завелась. Ты новая морковка? А, тебя так и назовем морковкой? А? Марквилл. Морковка. Марки. Нет, ну посмотри, какая коза. Вот как она там оказалась, я и не видела.